Шестой класс, 26 серия. Решение задач. Задача первая. Произведение двух чисел 180. Если одно из чисел увеличить на 5, то произведение будет 240. Найдите эти числа. Обозначим эти числа за x и y. Их произведение 180. Если одно из них увеличить на 5, то произведение будет 240. Можно раскрыть скобки вот в этом равенстве. Получится xy плюс 5y 240. А теперь вместо xy надо записать значение этого произведения 180. И получится уравнение с одним неизвестным. Решая это уравнение, находим y. Y равен 12. Зная, что произведение 180, можно найти x. x 15. Значит, эти числа 15 и 12. Задача вторая. Футбольная команда выиграла 40% всех состязаний. 7/20 проиграла, остальные в ничью. Сколько было проведено всего состязаний, если число проигрышей на 2 больше числа ничьих? За x обозначим число всех состязаний. 7/20 от x, дробь от числа, находится умножением. Столько проиграли. Минус 2. И получится число ничьих. Из x надо вычесть 40% от x, процент, сотая часть, 0,4 умножить на x. Столько выиграли. А затем надо вычесть число проигрышей. Решая уравнение, находим значение x. x равен 20. Значит, было 20 состязаний. Задача третья. Расстояние между двумя пристанями по течению катер проходит за 4 часа, а плот за 20 часов. Сколько часов потратит катер на такой же путь по озеру? Такой же путь, столько же километров по озеру, сколько и между двумя пристанями. Так, если по течению весь путь за 4 часа, значит, за 1 час 1/4 часть. Плот движется со скоростью течения реки. Если весь путь за 20 часов, значит, за 1 час 1/20 часть. Так, значение этой разности 1/5. Это такую часть всего пути пройдет катер по озеру за 1 час. Значит, весь путь за 5 часов. Ответ 5 часов. Задача 4. Каждым выстрелом по мишени стрелок выбивает 4, 5 или 6 очков. Он сделал 17 выстрелов. Мог ли он выбить 80 очков? Ну, допустим, мог. Обозначим за x число выстрелов по 4 очка, за y по 5 очков, за z по 6 очков. И тогда значение вот этой суммы 80. А всего он сделал 17 выстрелов. Так, теперь надо подобрать такие значения x, y и z, чтобы вот эти равенства были верными. Чтобы получилось общее число выстрелов 17, а значение вот этой суммы 80. Так, ну давайте попробуем подобрать такие значения. Так, если x равен 10, первое слагаемое будет 40, y равен 2, второе слагаемое 10, а z равен 5, третье слагаемое 30. В сумме получится 80, а общее число всех выстрелов 10 плюс 2 плюс 5 – 17. Вот. Значит, вопрос, мог ли выбить 80 очков? Да, мог.
Вот таким образом. Задача пятая. В ванну налили 4 ведра воды с температурой 10 градусов и 2 ведра горячей воды. Какова температура горячей воды, если в ванне установилась температура 25 градусов? За х обозначим температуру горячей воды. 4 ведра по 10 градусов, 2 ведра с температурой воды х градусов, 4 плюс 2 получится 6 ведер воды по 25 градусов. Решая уравнение, находим значение х. 55 градусов. Таков ответ.